Добрый день, дорогие друзья! С вами Игорь Серебренников, и это проект «Сыроеда». Прошла четвертая неделя моего участия в проекте. Как вы уже, наверное, догадались, мое последнее видео записано было в тот день, когда я заболел. И именно поэтому у меня был такой удручающий вид. И сегодня первый день, когда меня списали, я чувствую себя прекрасно, в том числе благодаря той кухне, которой я питаюсь. Сегодня 2 января, и я пережил новогодний пир, застолье, и могу поделиться с вами, каким образом человек, который встал на путь правильного питания, может пережить новогоднее застолье. Ну, во-первых, конечно, это близкие, родные, которые тебя поддерживают и готовят для тебя специальные блюда. И самое главное блюдо, которое меня порадовали, это была сыроедческая шуба, где вместо селедки были грибы, сыры, свекла, морковка, майонез изо льна. Это было очень вкусно. И к нам пришли друзья, которые также питаются, как все обычные люди. Вот салат селедка под шубой ушел самым первым. Это был просто хит. Вот. Но также никто не отменяет нарезанные овощи, фрукты, мандарины, хурма, сухофрукты. Первый раз в жизни увидел, что можно, оказывается, орехи выкладывать на большую тарелку. У нас были грецкие, миндаль, кешью, изюм, курага, чернослив. То есть было очень вкусно, разнообразно, и все гости отметили, что стол был богатый, вкусный, и никто не жаловался. Так что переходите на правильное питание, старайтесь больше употреблять зеленые травы, да здравствует петрушка, и все будет классно, и будете чувствовать так же прекрасно, как и я. Удачи!